почетным знаком глав государств Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии как дружбы, добрососедства, взаимопонимания, сотрудничества между государствами Центральной Азии, укрепления мира и безопасности в регионе и продвижения совместных интересов и инициатив стран региона именно в международном сообществе. Ну, это поистине, я бы сказал, заслуженная награда президента Республики Таджикистан Эмомали Шарипович Рахмон. Он, обладая большим как и политическим, и жизненным опытом, в течение многих лет руководит страной, делает все необходимое для обеспечения как обоснованного и стабильного развития своего государства, достижения высокого уровня жизни таджикского народа и его благополучия. Одновременно Эмомали Шарипович Рахмон и вносит свой огромный вклад и развитие традиционно дружественных, братских отношений между всеми государствами Центральной Азии. На международной и политической арене президент Республики Таджикистан знает как видного государственного деятеля, то есть активно участвует в решении самых актуальных вопросов современности. Я искренне поздравляю вас, уважаемый Эмомали Шарипович, с этой наградой. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов вашей как государственной и международной деятельности. А народу Республики Таджикистана мира, счастья и процветания.